Ветер, тучи и моросящий дождь. Погода в августе не балует. Жители республики укутываются в шарфы, надевают свитера и шапки. Ожидается ли потепление? В ближайшее время узнали наши корреспонденты. Буквально за пару дней лета все мы сменили легкую одежду на теплые брюки и демисезонные куртки. В такой холод не радуют ни зеленые деревья, ни красочные цветы. Как вам погода? Хотелось бы лучше. А влияет ли погода на ваше настроение? Иногда да. Сегодня, слава богу, хорошо. Очень сыро, хочется на море, на солнышко. Лето кончается, а к зиме надо готовиться. По прогнозам синоптиков, завтра погода значительно улучшится. Под влиянием антициклона облака рассеются, температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла. Но уже с 23 августа очередной холодный фронт принесет новое, еще более сильное похолодание, вплоть до заморозков. С надеждой на бабье лето, Екатерина Куприна, Олег Екимов, Республика.